Ну что, всех приветствую на канале. Это видео, сразу вам скажу, выйдет в пятницу вечером, то есть 29-го. Остается все меньше, соответственно, времени, дней до Нового года, а именно два. И надеюсь, у всех уже такое, знаете, предпраздничное настроение, потому что все-таки выходные, 30-е, 31-е. Это не каждый год, потому что обычно Новый год выпадает не на понедельник, а на какой-то будний день, ну, чаще всего. Ну, вот в этот раз повезло. Ну, а у нас сегодня, соответственно, такой ивент, переходящий в следующий год. Вот. Ну, и мы, естественно, попробуем его сейчас пройти. В прошлый раз, к сожалению, не удалось полноценно насладиться ивентом данным. Вот, мы сегодня вот попробуем. Попробуем пожмякаем, так скажем, да, если так выразиться. Посмотрим, что вообще как падает. Понятно, что заключительная часть уже будет в следующую пятницу, скорее всего. А может и не в пятницу, а в четверг. Потому что в пятницу-то ивент закончится. Вот. Ну и как бы начнем сейчас традиционно с сундуков. Так, здесь, наверное, все-таки вот это возьмем. 200 не помешает. Кости нужны. Давайте. В принципе, здесь все нужно. Вот, потому что растем, прокачиваемся. А, еще шаржи есть точно. Вот. Здесь, надеюсь, сейчас повезет. Выпадет. Синяя, хотел сказать, не выпало. Ну ладно. Не выпало, так не выпало. Я говорю, что не забывайте здесь забирать награды, квесты проходить. Вот. Сегодня у нас вот сундуки. Пооткрываем. Посмотрим, кто выпадает. Обновились, кстати, квесты таверны. Их тоже попроходим. Вот. Такие дела. Неделя обновилась, поэтому. Здесь, кстати, тоже ключи не забиваем. Не забываем забирать. Промокоды актуальных пока не видел. Может появится. Может и нет. Пока не знаю. В общем, напишите в комментариях, как собираетесь отметить Новый год. Интересно будет почитать, у кого как. Хоть и мало народу смотрит, но хотя бы те, кто смотрит, напишите. Проявите активность. Ну, а мы тут собираем. Давайте сундуки откроем по традиции. На прошлой неделе нам не повезло. Не хватило чуть-чуть дособирать. Ну, в этот раз хватит. В этот раз хватит. Ну, здесь обычные деревянные эти. Да ничего сверхъестественного нету. Получаем. О, получаем даже такой. Ну, это к Новому году нас порадовали. Не каждый день у нас алмазный сундук. Ну, вот сейчас повезло. Ну, давайте с золотого кто выпьет. Король тигров, да? Хорошо. Еще один. Черный железный. Ну и алмазный. Погнали. Ух ты, хёт. Ну, хёт — это подарок. Это подарок к Новому году. Так, а что у нас тут добавилось? Я ниже-то не пролистнул.
А, да, ничего себе. Слушайте, так это же вообще замечательно. А сколько стоит? 3000, да? Но я не могу не купить. Вдруг выпадет банка. А, то есть тут можно бесконечно покупать? Да ладно, ребята, нифига себе. Вот это прикольно. За 3000. Ну, за 3000 смысла нет. За 2 тоже. За 500 интересно, за соточку. Ну, так, чисто по приколу. Не, ну за 1000 я еще куплю парочку. Наверное, самая выгодная тема. Да, еще. Кости, нифига себе. Ну, тут нас разработчики решили порадовать. Так, а здесь что у нас? Пазл, да? Ага. Это, кстати, интересно. Эту картинку надо собрать. Но это мы пособираем. Сколько тут? 16 пазлов, да? По 2 штуки дают. То есть 8 дней. Ладно, сейчас давайте десятку сейчас швырнем. Пустоту она улетела. Ну, получаем еще одну картинку пазлов. Ну, потом будем собирать. Я пока не знаю, как это выглядит. Что еще есть? Все. Здесь все куплено, здесь головоломка. Фонари. Ну, фонари — это прям космос. Фонари — это прям космос. Можно там их напокупать. Бешеное количество. Так. Ладно, собираем еще алмазики. Что я бы хотел вам показать? Ну, призывы, да, сундуки. Давайте. Финальная, так скажем, на сегодня. Финальная в этом году. Давайте какого-нибудь топового огурца, чтобы прямо вух. Не, ну такой. Это фигня полная. А вот это крутой типок выпал. Пускай никс, но я не знаю, кого-нибудь может качнуть под Новый год-то. Как думаете, кого качнуть? Было бы классно, на самом деле. Так, ну еще. Призываем. Нон-стопом призываем. Кстати, пятерка с моей радует, прямо выпадает каждую через раз. А тут что, места закончились? Прикольно. Ну, у меня здесь есть в загашниках интересная такая вещь. Где она у меня здесь лежит? Сейчас, погодите. Не вижу, а вот. 6 слотов. Увеличение на 6 слотов. Не просто ж так я это добываю. Эти увеличения. Ну, слушайте, что-то не особо, да, летит. Давайте чуть поускоряем так. О, Юнгфер. О, неплохая, кстати, тема, тренд. О, сразу первый выпал. Ну все, в принципе, здесь понятно. Оливия. Так, здесь можно кого-то обменять. Например, Никс там, да, есть, по-моему. Из таких совсем топовых.
карт. Вот он. Ксанос. Где Никс? Вот он. Давайте обменяем. Будет у нас карта Никса. И что я хотел еще? Я хотел, сейчас покажу вам, что. Здесь, к сожалению, пока не полностью мы добыли. Я хотел вот посмотреть, возможно ли Никса этого вкачать. И как это сделать. Где у нас? Подожди. Сто призывов сделали. Сколько мы, кстати, призывов-то сделали? 100 сделали. Еще десятку. Десятку, блин. А у нас нету, да, кого? Ну, ладно. Ну, давайте тогда качнем, потом десятку сделаем. Вот он, этот господин Никс. Пробуждение, да, две карты отлично есть. Здесь четверка. Ну, пускай вот этот будет. И это здесь все. Погнали, ребята. Никс пятизвездочный. Выкачаем его сразу. Поехали, поехали. 300 тысяч ни о чем, на самом деле. 312, отлично. Что у нас тут предлагают еще? Ну, давайте еще. Он же у меня есть в этих, в запасниках. В осколках. Ну, насколько я помню. Это он же. Это он. Есть. Ну, давай далее. Прокачаем сюда. Сюда. Сюда иди. И мы его сейчас выкачаем на звезды. На звезды, на звезды. Вот эту даму сюда. 10 тысяч. Ну что, на звезды мы его тоже вкачали. Там опять четверка. Ну и так вот далее он, в принципе, качается. А это неплохо. Давайте его до 2000. Почти 400, да, тысяч. Неплохо. Ну и теперь мы можем со спокойной душой призвать еще десятку. Поехали. Она пустая. А здесь герой выпал. Так, окей. Получаем дроу. Получаем кэшбэком ключи. Лунный камень. Ну и в целом неплохо. Я считаю. Ну давайте добиваем здесь уже заданьки и идем отдыхать. Рулетка. Два. Не выпал. Квесты. Добиваю. А, квесты надо выполнить. Так, давай. Долго думает как-то. Раньше побыстрее, мне кажется, шел. Ну и здесь пробьемся. И все. Поехали. Ну что, на этом все. Всем спасибо. Благодарочка от вас за активность. И с наступающим. Пока-пока.